всем кровавым воронам отряда Омега в районе Аргус. Пробуждающийся боится расследования и преследований со стороны менее просвещенных. Он хочет уничтожить все следы своего пребывания на Калдерисе. Таким образом, поселение Аргус будет стерто с лица планеты. В случае успеха его невозможно будет отследить, и ему удастся выполнить свой великий план. Чё эти глупые людишки о себе думают? Сжигать хабар, на который мы еще не наложили лапы? Они нам всю вечеринку испортят! Парни, прежде чем мы свалим отсюда через телепорту, нужно нападать этим людишкам, а потом все здесь как следует разграбить и подпалить. Уа! Ой, ребята, живо занимайте телепорту. Здоровая штука. Мы протащим через нее всех наших громил и машины. Шартай, этот... Ладно. Просто дойди туда. Давай. Что? Давайте, парни! Сержант Лиссандрос, в поселении обнаружены силы противника. Не отклоняйтесь от своего задания. Наша цель — уничтожить все до единого здания в этой жалкой деревне. Покажем человечкам, что такое орки! Можно подраться! Я зачем тут? Я понял твой план. Я не понял, он хочет получить. Смотри, мне не надо. Слышим, что поехали они в Кирилл. Давай, это все наше время! Я тоже хочу подраться с космическим дизайном. Всего подойдут мародеры со смертоганами. Лучше них только силовые клешни. Это те большие человечки. Ты труп, человечишка. Хороший дракон. Где мы можем? Я попаду им прям в сердце. Твой план. Прекрасный место, чтобы схорониться. Разбей тебя, кто к нам идет. Поехали, я не стреляю! Это один? Ладно. Я понял. Что последнее? Тут парни хотят присоединиться к моей арке!
Какой наш план? Если хочешь меня убить, нужно во всем быть уверенным. Победа своими руками, парни! Давайте сделаем ее! Смотрите-ка! Я зачем-то нужен! Сержант Лиссандрос, прием! Мы под огнем противника! Боевая задача под угрозой срыва! Без паники, юные братья! Я высылаю тяжелое подкрепление! Оно прибудет через несколько мгновений и раздавит этих червей! Есть два! Случилось. У них даже пушки смешные! Уважаемый человек, от них столько всякого добра остается, когда они мрут. Нас не прижали к земле! Что ломаем следующим? Теперь мы зарядимся в себя, правда?
разбей это! Меня стреляют! И хорошо! Готово! У них даже пульки смешные! Я слышу тебя! У нас нет ресурсов, босс! Пора тут все расчет. Это чертов танк или что-то... Отойди в даке! Много прогуляться? Да, вот они! Что тебе? Что тебе нужно? Оно развалилось внутри, а не наружу. Ты должен внизу. Они посылали за мной танк. Я зачем-то нужен? Сегодня будет чем поживить? Не дай себя будет работка для меня. Что? Черт! Этим поживиться внутри! Сок меня задери! Восторжествует. Победа наша! Плесни-ка грибного пива! Теперь у нас есть куча новых бойцов и машин. Я вот думаю, если бросить вас тут с мистером Остроумом, то у меня освободится куча места для других парней.